как же стать счастливым? Без женщины, без мужчины. Вот-вот, вот этому обучаются. Вот с этого начинается обучение. Как стать счастливым совершенно. Вот с этого все начинается. Это только начало, да. Быть удовлетворенным тем, что имеешь. Если недовольны тем, что имеете, потеряете то, что есть. Вот-вот, это вот очень важный вопрос. Если женщина недовольна тем, что имеет даже, она это потеряет. То есть, я думаю, научиться. Что сейчас женщины нас слушают внимательно. Нужно научиться любить то, что есть.